приносим извинения казанским историкам, сообщает вольное сетевое сообщество Диссернет. Данное сообщение было опубликовано на официальном сайте ресурса. Сетевое сообщество Диссернет извинился перед Казанским федеральным университетом за то, что обвинил его в фальшивых диссертациях. В январе это сообщество составило рейтинг вузов, которых чаще всего используют плагиат. На первом месте оказался Уральский государственный аграрный университет АКФУ, занял 9-ю строчку рейтинга. Составители рейтинга обнаружили 22 диссертации по теме исторические науки с плагиатом. В своем сообщении Диссернет также уточнил, что к настоящему моменту недоразумение исправлено. В следующих наших выпусках мы расскажем более подробную информацию. Анна Глазунова, Универ Ньюс.